1949 году в Иркутске появился Восточно-Сибирский филиал Академии наук СССР. Как следствие, возникла потребность в отдельном районе для проживания ученых, преподавателей и студентов. Спроектированный в 1960-х годах появился Академгородок. Вот уже 61 год этот интеллигентный район вбирает в себя самые лучшие проявления нашего города. Поэтому праздник в честь его дня рождения, который отмечают каждые последние летние выходные, собирает всех жителей района. Все абсолютно нравится, особенно когда дети поют, танцуют, веселятся. Кто-то поет со сцены, они все танцуют перед сценой. Это вообще замечательно. А это у нас всегда в августе, в конце августа у нас всегда этот праздник. Праздник традиционно проходит по инициативе депутата городской думы Александра Сафронова. По его словам, это прекрасный способ объединить людей. Ведь район стремительно развивается, и жителей здесь становится все больше. А на подобных мероприятиях можно не только хорошо отдохнуть, но и найти единомышленников. Район действительно уникален. Уникален людьми, уникален настроением людей. Я его по-настоящему люблю, здесь живу. И это очень хорошо, что мы можем проводить такие мероприятия, такие праздники, чтобы у людей было чувство своего родного района. Заключительной частью торжества стало награждение почетных жителей района. Несмотря на вечернюю прохладу, в таком коллективе было очень душевно и тепло. И пускай такая дружная атмосфера царит здесь каждый день. Элина Сабенникова, Павел Успенский. Новости сейчас.